На азиатско-европейских сессиях вчерашнего дня золото продолжило сокращать предыдущие потери на фоне растущего интереса рынка к покупке драгоценных металлов после их спада. На торгах в Лондоне золото с подставкой в декабре укрепилось на $62.43 и торговалось на уровне $1677.10 за тройскую унцию. Серебро вслед за динамикой золота также продолжило предыдущее восстановление, отметив максимальный уровень на отметке $33.51. Однако к концу дня на фоне фиксации прибыли и закрытия краткосрочных сделок на покупку металлов, курсы их несколько отошли от достигнутых максимумов, завершив дневную торговлю на уровне золота $1650.52, серебро $31.88 за тройские унции.